Вот этот мне вчера на обед 200 отвалил. Сегодня бери на завтрак. Артему наше! От коллектива! Иди сюда, Гришань. Бери на троих, типа голодный. Бери 600, не ошибешься. Ничего. Чё? Ничего. С утра сидите, задницы на точке отсиживайте. Сидим мирно и ждем. Народ скоро на траву потянет. Ну-ка, покажи товар. Чё, придурок, что ли, с собой таскать? Все рядом, притырено. Ну-ка, пойдем. Куда? Пойдем, пойдем. Иди сюда. Гришаня, родители у тебя есть? Имеются. Склонны к потреблению. Пьют? Как слоны, без спроса. Вообще они не мои. Как так не твои? А так, я давно понял. Меня в роддоме попутали. Чужим отдали. Вот фамилия такая, Гриша спутанный. Поэтому я на них забил, на инспектора забил. На всех забил. Вольный человек. Подожди, вольный человек. У родителей такая же фамилия? Типа такая же. Стало быть, их тоже в роддоме перепутали? Я об этом раньше не думал. Угу. Похоже на то. Сначала их попутали, потом меня попутали. Большая путаница жизни получается. Ну, пожрать, да, я? Завтра. Не жмись, сегодня что, с голоду загибаться? Не загнешься. Старый дебаркадер знаешь? Ничего. Завтра в 8 утра корешков своих прихватывай и туда, там, ниже дебаркадера завать. Ничего. Буду учить вас спортивному плаванию, чё? Для чего это? Для чего? Для здоровья, для жизни, для духа, для всего хорошего. Сам-то хоть умеешь? Видал? Золото? Моя золотая медаль с европейского чемпионата по плаванию. Я очень крутая европейская знаменитость. Ух ты. И я буду начинать вас тренировать. Подержать ты хоть дашь? Завтра, в 8 утра, после тренировки, будет вам и подержать, и на пряники наскребем. Точняк, извращенец. Сюрреализм! Уважаемые, далеко собрались? Нет, недалеко, высоко. Вова Лапчик, как себя чувствует? Капитан Владимир Лапчиков. Да, привет от Савушкина передай. Скажи, пусть заглядывает. От Савушкина передам. Лады. А верх куда делся? Так сперли на цвет металла. Они составили. А что низ-то? Башмаки-то крепко приварены. Да-да-да, понятно. А кому памятник был? Ное. Этому. Сейчас. Ну, ага. Как его? Но. Ну вот ты вспоминаешь, да? Заодно за велосипедом присмотри, чтобы эти башмаки не приделали. Как живо. Ну, этот еще, ну. Ну, он же. Ага. Ну да. Ой, он же. Ты зараза. А ну-ка иди сюда. А мы тебя сейчас вот так. Вот так мы тебя сейчас. Приветствую. А мы тебя с левого фланга. Меня зовут Артем Савушкин. Мэр на месте. Мэр занят. Занят? Крайне. Жутко. Вот так иди сюда. Мы тебя сейчас с правого фланга. Нас голыми руками не возьмешь. Так. Позвольте. А чем занят мэр моего города? Ух ты, моего. Моего. Лично. А вы, простите, кто такой? Житель. Простите, не признала. Мы вам отчет о деятельности городской администрации, ну и мы его пришлем. Всего доброго. Значит так, давайте-ка попробуем еще раз. Меня зовут Артем Савушкин. Поздравляю. Спасибо. Я чемпион Европы по вольному стилю. Знаете, что это такое? Вольный стиль? Да. Любопытно. А я покажу. Внимание.
Какой же это вольный стиль? Это же хулиганство какое-то. Андрей Андреевич! Я! Но я тороплюсь. Я в область. В область? А в область чего? Сознательного или бессознательного? Грамотный. Виноват есть чуть-чуть. Меня вообще в философы готовили, а получился вот чемпион по плаванию вольным стилем среди юношей всей Европы. Ну и о чем речь, чемпион юноша? А речь о главном. Либо усидите в своем кресле и дальше, либо на вылет. Ну, а если без наездов? Присаживайтесь. Спасибо, постою. Разговор-то короткий. Медаль можно снять. Меня это не впечатляет. Да? Угу. А девчатам нравится? Если юношу прислали выкручивать мне руки, то разговаривать не о чем. Все, что можно было отдать и продать, уже тю-тю. Ух ты! М? Только все наоборот. Пришло время возвращать. Достояние верните назад. Не наглейте, молодой человек. Наступательный тон вы взяли совершенно необдуманно, забывшись, где вы и с кем. Да о чем я могу думать, Андрей Андреевич? Когда мне целый месяц хирурги бошку штопали и перекраивали. Знаете, все мысли, они деваются куда-то, остаются одни эти инстинкты. Неадекват, значит. А, это когда как? Как собеседнику повезет. В таком случае вам в клинику надо. А не в городскую администрацию. Так весь мир клиника, господин мэр. Нет? Не согласны? Да. Согласен. Сплошной стационар. Ну, повыпендривался и будет. Говори, чего надо, парень. Георгий Аркадьевич. Здорово, Горыныч. Слушай, удивляюсь, как ты тут целыми днями можешь? Ну пахнет же. Свое не пахнет. Никак не мог до вас дозвониться. А у меня выходные на Сицилии 2 дня. Никаких телефонов, никаких разговоров. Белиссимо, фантастико. Понимаю, ладно, понимаю. Как у нас дела? Давай, рассказывай. Беспощадно? Беспощадно? Ну, если беспощадно, то он отказал, Георгий Аркадьевич. Отказал тебе? И мне, и вам. Это при всей твоей убедительности? Убедить не удалось, не получилось, не успел. Меня выставили, едва я изложил сущностную преамбулу. Насовали кукиши под нос и за дверь. Хорошо, что не коленом под зад. Ну, а эту сущностную преамбулу то толстый прохавал? Еще бы. Что значит «еще бы»? Отказ прозвучал слишком быстро, без раздумий. Я туда больше не сунусь. Простите, но это слишком унизительно. Ага. И это значит? И это значит решать вам либо отказываться от планов по расширению, либо... Ну, либо. Либо ваш ход. Ага, значит, тебе унижаться западло, а мне можно. Не, Горыныч, не. Я от своих планов не отступлюсь. Только теперь они станут стратегическими. Понял? Си? Неужто война? Ну, война не война, так войнушка. Маленькая, но... победоносная. Так сказать, блицкриг. Фа-фа. Ну тогда. Прошу, ко мне. Си, сеньор Кочеревский. У меня все под рукой. Устроим Сицилию в лучшем виде. Сколько можно терпеть эту гнилую политкорректность? Сколько можно сидеть часами на скучнейших заседаниях в арбитражных судах? Сколько можно подавлять в себе самые-самые-самые основные инстинкты? Сколько можно? Полегче, ковбой, полегче. Давай сегодня обойдемся без батальных сцен. Давай тихо, но эффективно. Ну, скажем, не боевик, а фильм ужасов. В каком смысле, простите? В смысле? И все. Так я не понял, что ты готов возглавить? Детскую секцию по плаванию вместо покойного тренера Виктора Павловича. Зарплату мне не надо. Деньги у меня есть, еще из федерации будут перечислять. А зачем? Что зачем?
Зачем тебе это надо? Честно? По возможности. Боюсь. Чего? Мне здесь у вас без реального дела вообще труба. Это да. Это я тебя понимаю. На меня самого иногда накатит. Только держись. Хлебнешь, малютка? Нет. Короче так, парень, моя тебе резолюция. Отказать. Ясно. Спокойно. Кажется, начинается. Ща. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ты погоди психовать-то. Временно отказать, дуралей. Давай сперва переждем мировой кризис. Юма, какой кризис? Какой? Где вы? В окно гляньте. Кризис кончился давно. Кризис. А последствия? Здесь лет 10, если не больше, разгребать надо. Какое плавание в такой обстановке? Кому оно нужно? Да пацанам это надо, пацанам. Вон шляются по улице, коноплей торгуют, а так в бассейне. Какой бассейн? Где я тебе возьму бассейн, благородный ты мой герой? Могилу заказать самому себе, без всякой резьбы по камню, по эконом-классу. А вон бассейн. Понимаешь, ну, нужно просто тупо обрушить его рулетку через полный бойкот данного заведения, и все. Покосить компромат. Не-не-не, это только наоборот, взвинтит рейтинги. Нужно включить простодушную веру народа в мистику. Не понял, как это здесь? Ну, погрузить город в атмосферу страха, паранормальных явлений, связанных с арт-рулетами, так, чтобы ни один клиент к заведениям Барабаса пленопушечный быстро не подошел. То есть его денежные потоки кертык из-за заброшенных. Что и требовалось доказать. Толстый либо бежит, либо бы окончает жизнь самоубийством. Мы сами ему это самоубийство прекрасненько организуем. Но... Да-да-да. Тут с кондачка нельзя, нужен тщательный сценарий. Вот и придумай что-нибудь. Ну, или используй что-нибудь уже придуманное. Ну, хотя бы наводку. Да мало ли, ну, я не знаю, ну... Да вот хотя бы это, унтер-офицерская вдова, которую высекли. О, персонаж! Которая прокляла Муровск? Ну, ну, музей вдовы есть, а сама она уже полтора века не появлялась. Пора бы старушке напомнить о себе. Как думаешь? Привидение вы серьезно? Ну, а почему нет-то? Почему нет? Ну, согласен, ход идиотский, но зато радикальный и безотказный. Причем, чем наглее, тем лучше. Так, ладно. Давай, Гараныч, ты тут думай, работай, а я... Извини, я не могу здесь больше. У меня от этой вони уже глаза слезятся. Все, давай, на связи. А почему бы нет? Ну? Угу. Подожди, из машины. Да? Ну? Ну, а ты? Ты скажи, чтобы не выпендривался, да? Пускай знает, пускай знает. Приветствую. Угу. Иди сюда. Ух ты, гадина. Давай. А, вот она, самая красивая женщина нашего королевства. Люба в какой руке? Правильно, правильно. Как обещал. Тарас Михайлович, балуете? Игра офигенная. Сам рублюсь, за уши не оттащишь. Море крови, мозги по мостовой стреляют в урдалаке. Какая прелесть. Да. Что у нас там землеотводом на Зайчьем поле? Я ему напоминала, а он все медлил с подписью. Ну, а потом отправил проект постановления на согласование. И с кем на этот раз согласовываем? С тамошним сельским поселением. Вот как? Местное поселение-то обрадуется, когда ему 200 гектар помойки под нос подсунут. Большим экологом стал наш начальник. Ой, не говорите. Ладно, пойду покалякую. Тарас Михайлович, у него люди. Люба, а я кто? Ку-ку. Алло! Алло! Алло, я слушаю! Слушаю!
Мэр занят. Нет, не видите? Да ну. Ну и что, что провода у мобильного телефона нет? Что это меняет-то? Дядь, что непонятно? Ждите за дверью. Ты что звонишь? Учить меня разговаривать по телефону? Занят я, у меня совещание. Что там за перец развалился, а? Да понятия не имею. Какой-то чемпион Савушкин. Ага. Савушкин тот самый. Который? Тот самый, Люба. Который самый тот. В общем так, Артем Савушкин. Уговорил. Запоминай адрес. Мэр Мура. Собака. Точка. Ру. Ру обязательно. Как же нам без ру? Мы твои инновации рассмотрим на правительстве и примем решение. Но предупреждаю сразу, если бюджета нет, то, сам понимаешь, у городского правительства глаза гаснут, и все опускается. В том числе и руки для голосования. Такой вот получается электронный документооборот, Тёма. Андрей Андреевич, а чего вы гоните? То есть? То есть не требуется никакого финансирования из федерального бюджета. Бассейн уже есть в спорткомплексе. В кафе «Арт-рулет». Повторяю вам, зарплаты мне не надо. Мальчик, зарплаты, может, и не надо. Но голову, какая бы она сильно поштопанная ни была, на своих плечах иметь необходимо. Спорткомплекс уже давно не городское имущество. Спорткомплекс давно принадлежит Барабасову. А кто он такой, этот? Градообразующая фигура. Можно сказать, поилец-кормилец. Ну, не наш, конечно, а городского бюджета. За счет налоговых отчислений и пополнений. Угу. Разберемся. Разберись. Только не забывай про свою больную голову. Побереги ее. Ру? Ру. Угу. Два раза вряд ли. Теория вероятности. Я сам. Нормально. Тебя ж по-человечески попросили. Ау, дядя, куда чужой велосипед потащили? Это велосипед его дочери. Жутко дорогой, между прочим. Так и есть. Дочкин велосипед. А, так вы Катин... Не я Катин. Катя моя, понял? Извините, я не знал. Знал ты или не знал, меня интересует в последнюю очередь теперь. Большого человека рассердил. Нет? Чем же он так велик? Мусорный король региона. Помойная мафия, так что ли? Можно и так. Слушай, а Карабасов? Где живет, знаешь такого? Во-первых, не Карабасов, а Барабасов. Но это уже совсем большой человек. Городочек, а крупномеров, как в Лондоне, минут не в кого. Ну да, и все спонсоры, меценаты. Угу. Так где живет Карабасов? Тебе зачем? Туда без приглашения бесполезно. Ну, ты как-то мы не к ним. А я уж как-нибудь без подсказок. Велосипед отдала, теперь весь мотопарк сплавляем, да? Прости, папуль, мне тут по делам надо. Неправильный ответ. Категорически неправильный. Никуда никому не надо. Живо в дом. Не зли меня, Катя. Живо в дом, я тебе сказал. Давай потом. Мне сейчас надо... Что тебе надо? Куда тебе надо? Слава богу, пока в этом доме. Решаю я. Давай живо ко мне в кабинет. Зачем? Затем. Я только что виделся с ним. С кем ты виделся? С этим, с твоим позитивом. Хам. Московский хам. На всю улицу мне орал. Эй, ты дядя, мне! Эй, ты дядя, орал он.
Разве ты у меня тетя? Дурацкий юмор, дурацкий. Я не хочу сейчас вдаваться в вопросы половой идентификации. Короче, он мне не нравится, ясно? Московский хам. Извини, достаточно того, что Артем понравился мне. В конце концов, не тебе с ним жить. Вот как вопрос ставится. Тебе, оказывается, с ним жить уже? А почему бы и нет? В недалекой перспективе так или иначе, но с кем-то мне жить придется. И Артем в этом контексте очень даже подходит. Ты меня выведешь сейчас, я возьму ремень и тебе по твоей перспективе недалекой прямо надаю. Я очень жалею, что я не делал этого раньше, в детстве. Быстро в дом, быстро в дом, быстро в дом, я тебе сказал. Поздно спохватился, папуль. Упустил ты дочь. Теперь на своей свалке команды. Пока. Вот иди сюда. Катя, иди сюда. Катя! Я в мать прямо. Да тоже чуть что сразу по газам. Костик, ты что ли? Я что ли? Савушкин, привет! Каким ветром? В охру, да, подался? Лицо отъел. Завидуешь? Правильно. Работа вообще без напряга. Форма, оклад, питание, халяв кругом. А я слышал, ты все жилы рвешь, все мир завоевываешь. Да нет, Костик, уже не рву. Слушай, ты дверку-то пошире открой. Давай, обнимемся. Прости, не положено. Тут вообще можно нарваться. Так я ж по делу. Я к Барабасову. Ляля разрешит? Тогда добро пожаловать. Отлично. Ну так пойди доложи ей. Ляля не она. Ляля он. Ля-ле-вич. Он сейчас сам подойдет. Угу. О, легок на помине. Здрасте. А мне бы к хозяину. По вопросу? По вопросу детского спортивного движения в нашем городке. Понимаю. Но сегодня никакой благотворительности, только по четвергам. Так я минут на пять, не больше. Никак невозможно. У господина Барабасова сейчас процедуры. Потом легкий обед. Потом мозговой штурм. Работа с документами. Но уж потом... Тяжелый обед? Короче, проваливай, понял? Болтаться здесь и мозолить объективы не советую. Резиденция переходит на осадное положение. А чё так? Война, что ли? Разговор окончен. Спасибо, что заглянули. Ладно. Знаешь его? Ну, с первого по седьмой класс. А дальше? Ну, дальше он восьмой, я в седьмой. Повторять пройденное. И никакой связи с Алтыновским, с Кочеревским? Какая там связь? Где Тёма, где кочерга? А теперь что здесь? Ну, не знаю. К бабуле приехал. Соскучился, наверное. Или к дедуле? Не, у него только бабуля. Он полнейшая сирота. И давно уехал? Уж порядочно. Кстати, адрес Сергея Степановича спрашивал. Ой, дурак. Я.
Крадусь я, была, крадусь. Действительно работает. Алло. Караул в пальто. Кто? Райотдел? Это Денисов из имени Барабасова. Мужики, у нас тут незаконное проникновение. Да, жду. Отдыхай. Господи, прости мне грехи мои, вольные и невольные. Что там за парень рвался? А, фамилия Савушкин. Его тут по телевизору крутили, дезодорант рекламировал. По телевизору? Ну да, это когда там всякая лесная плесень на запах слетается. Токсикомания полная. По какому каналу? Да по всем. Разободали. А внизу реклама написана. Он, чемпион по плаванию, выбрал именно эту фигню от пота. А Савушкин чемпион, да? Савушкин, а по интернету пробил наш муравчанин. А ты его зашей. А что, напрасно? Медийную морду со всех каналов. И чё? Имидж, дубина. Сейчас же не важно, сколько у тебя денег в чулке. Еще ж важно, с кем ты тусуешься. Да понты все это, Сергей Степанович. Бабки будут, тусня подтянется. Не понты, а тенденции. Есть тебе, ля-ля, какая-то удручающая провинциальная глухота к новым трендам. Виноват. Погорячился. Кочаревского бортанули, нервы гуляют. Сейчас не до имиджа. А потом говорят, этот парень с головой не дружит. В каком смысле? Ну, какая-то травма, контузия. Я, честно говоря, не в теме. Да мне хоть без ног и без рук. Спортсмен. Чемпион из телереклам. Ты что, Леля, нюх теряешь, да? Простите. Слушаю. Да. Тут Дэн его только что вырубил. Кого? Ну, этого. Дезодорант от пота. А зачем? При попытке проникнуть на территорию. Капитально вырубил? Слегка. Куда его волочь, Сергей Степанович? А сюда, волоките. Да. Сюда. Сюда его тащите! Косоломы, дуболомы и дебилы! Вашу мать! Господи, прости меня, прегрешение. Прости. Фух. Еще раз прости меня, Господи, прегрешение. Тварь. Привет, Костик. Дядя Сережа дома? Ну, а что? Папа просил срочно передать кое-что. Ну, это Ляле звонить надо. Да не надо, Ляле. Тут делов-то. СМС-ку из рук в руки. Ну, тогда иди, тогда конечно. СМС-ку из рук в руки. Катя! Катерина Тарасовна, чего к нам? Где Сережа? Срочно. Нельзя сейчас. У дяди Сережи посетитель лежит. Как это лежит? Ноги подкосились. Кать, ну скажешь, нельзя. Значит, нельзя. Нельзя так нельзя. Угомонись, Кать, угомонись. Он даже нас выставил. Пошли. Да, да пусти, Дэн. Сама выйду. Значит, сама. Вот и иди домой. Нам еще свободной прессы тут не хватало для полного бардака.
Все. Оклемался, чемпион. Вы кто такой? Забыл. Шел ко мне. Через забор даже лез. И забыл кому, да? Дошел. Может, и лез. Моя свита перестаралась. Не взыщи. Какая свита? Понимаешь, чем дальше, тем больше завишу от моего обслуживающего персонала. Дальше не будет. Не будет у тебя никакого дальше, понял? Помрешь со дня на день, максимум через год. Чего? Чего это я? Максимум скончаюсь. Инсульт. От обжорства. Все сосуды забиты, а ты все жрешь и жрешь. Жрешь и жрешь. Или того хуже, сразу не сдохнешь. А будешь лежать весь обездвиженный, весь разбитый, с катетерами изо всех дыр. И будешь так вонять. Вонять, вонять, вонять. Чего, я отказываюсь, Дача, разговаривать в таком тоне. У тебя что, припадок? Не исключено. Эпилепсия? Жажда говорить правду. Так это одно и то же. Надо бы дипломатию включить, а у меня не выходит. Так что готовься, жирная морда. Хана тебе, скотина. Разряд электричества, мне электричество прям, ну никак нельзя, мне доктора запретили. Охрана! Заберите его у него! У него припадок! Свита! Руки короткие! В баню! Только не бей его больше, смотри так, что происходит. Бейте, не бейте! Всем вам хана, ребята! Да, я вспомнил, что я хотел! Дэн, а ну пусти его! Зачем ты шел? Спорткомплекс отобрал у детей Барабасов. Пацанов бассейна лишил. Что ты несешь, ты? Отдай спорткомплекс Барабасов. Отдай, скотина, детей пожалеешь. Бредит, в баню его. Вот вам и медийное лицо, Сергей Степанович. Пообщались? Леля, жратву вот эту вот всю убрать. Убрать нафиг. Завтра сего дня мне салатики, фрукточки давай, травку какую-нибудь. И мяско только постное, на подром! С парнем что делать? Дэн ментов вызвал, никак не дает. Явился. Правдоискатель. Спорткомплекс детям. Фабрики крестьянам. Господи, прости мне прегрешения мои. Больно и больно. Спирт и тьма калорий сейчас. Пора завязывать. Так. Что слушаешь? Детское радио. На нервы действует. Сейчас переулок. Угу. И сразу стоп. Угу. Стоп. Зайдешь внутрь, в люк спустишься. Налево идет сток из бассейна. И что, сразу заряжать? И сразу заряжать. Только будь осторожен, таймер. Угу. Я уже выставил время на 12 часов ночи. И сразу в Дом культуры. Правильно, а потом в книжный, чтобы сразу везде одновременно. Угу. Давай, давай, давай. Удачи.
Живой нет? Банный лист. Живой, я спрашиваю? Ты появилась, ожил. Дверь откроешь? Дверь не смогу. Если только окошко. Слышишь, где я? Да, вроде да. Поверни шпингалет и толкай окно изнутри. Изнутри? А, нет, снаружи. Изнутри или снаружи? Изнутри. Нет, снаружи. Ой! Ушиблась, бедная? Я не бедная. За мной приданного 3 мусорных полигона. Золотое дно. Да ты и без золотого дна просто сокровище. Ага, сокровище. Грудь нулевой размер. Брось ты, шикарная грудь. Дай-ка проверю. Прекрати, я не из-за внешности беспокоюсь. Я про то, как ребенка такими спрашивается кормить. Какого ребенка? Которого мы родим. Я и ты? А ты что, против? Да нет, я за, я вообще за 3 руками. Вот и славно. Только 3-ю руку прибери пока, пора ноги делать. Подожди-ка, я еще с Барабасовым не разобрался. Ты не сейчас. Ты и так Барабасова здорово рассердил. Тебя сюда таким волокли. Каким? Просто невменяйка. Ты всех крыл разоблачал, и пена по сторонам летела. Значит, накатила. Что накатил? Буйство, бешенство. Не знаю. Эта хрень прогрессирует. Все, Тёмочка, уходим. Мне тебе вообще нужен такой больной на всю голову. А дальше будет хуже и хуже. Всё. В хозяйстве все сгодится. Иди уже. Мы еще через неделю прибыли. Ну, по вызовам замотались, кошку с колодца вытягивали. Вы же сказали, он взаперти сидит. Сидел. И что? Окно проломил и выбрался. А. Да не здесь, в бане. А. Ладно, возьмем его дома. Как фамилия? Савушкин Артем. Савушкин? Как Савушкин? Знаешь его? Так, Тёма, мы же все детство с ним сады чистили. А чё это вы на него распыхтелись? Мы на него? Это он здесь такой разгром закатил, не знали, куда деваться. Это может. Это... Ладно, мы разберемся. За мной! Сергей Викторович, как всегда, хорош. Стараемся. Да. Шевелись, давай, корова. Машенька, солнышко. Проиграл. Ничего страшного, ты звезда. Завтра выиграешь. Вот он, давай. Обл, Джек. Везунчик. Сейчас включился. Смотрите, как все трубой. Да-да-да.
заправим, все будет нормально. Сейчас. Смотрите. На всех объектах, Сергей Степанович, есть пострадавшие. Анализ газа сделали? Не успели, улетучился. Че кричало? Это привидение. Что-то такое, типа, конец вам всем, всем конец. Пять конец света, как они достали? Да не говорите, сегодня этот Савушкин зажигал, теперь старуха. Может, они сообщники? И вообще это провокация. Погоди, погоди. А это контуженный, то же самое орал. Скоро кранты вам всем, и что-то, коньки обросите. Сергей Степанович, надо бы этому перцу башку либо починить, либо для верности оторвать нафиг. Все высказались. Значит так, Ляля, со мною в клуб. А ты смотри мне здесь, в четыре глаза, чтобы ни одна муха через забор. Не пролетит, Сергей Степанович, муха. Муха. Не то, что муха. Змея не проползет. А что, когда-нибудь было, что ли, косяки, что ли, за мной тут водились? Муха. Все по контролю. Кончай гипнотизировать, говори уже. Вас, Сергей Степанович, последнее время не узнать. А что такое? Какой-то либеральный крен взяли. Сами на себя не похожи. Ну так, старею, добрею. Встреча не за горами. Какая встреча? У нас на сегодня еще встречи забиты. Она у всех забита. А там злых не любят. Что-то больно рано засобирались. Кто знает, Ляля, кто знает. Это вас этот щенок контуженный сегодня в смущение ввел. Пророк, блин, долбанный. Не видите, Сергей Степанович, смотреть больно. Ну, ввел, не ввел, а напомнил. О чем? О том, что все там будем? Отвяжись, Ляля. Сам бы этого щенка растерзал. Да у нас на этот случай человек есть. Ну что, позвонить Дэну? Я вам говорю, зря вы этого психа жалеете. Он вам еще по полной программе нагадит. Попомните мое слово. Я не его жалею, Ляля, я себя жалею. А сбежит, потом ищи свищи. А у нас в новых условиях каждый человек на счету. Куда он сбежит? Никуда он не сбежит. Разве что на кладбище. О! О, гляди-ка. Только сейчас заметил. Это не название города. Это же надгробный памятник. Никому отсюда никуда не деться, а мы все тут заговоренные. В этом есть свои плюсы. Но в целом, конечно, кошмар. И отсюда моя печаль, Ляля. Сергей Степанович. Поэтому заткнись, будь добр.